тот же самый начальный год, берем интеграл, посмотрите, он у нас получается тот же самый, это синусом и с коэффициентом. Преобразовываем, не спеша у нас. Смотрите, я таким образом сделаю. Единица на альфа вынесу, е в степени альфа t. Ладно, давайте раскроем. Смотрите, я вот эту первую и вторую при раскрытии сгруппировать хочу. Вынести единица на альфа, е в степени альфа t. Сколько у меня тогда получится? Косинус омега t плюс омега на альфа синус омега t. Это вот у меня вот эти первые две. И теперь смотрите, я умножаю, у меня получается минус омега квадрат на альфа в квадрате и интеграл, в начале наш интеграл. Интеграл. Е в степени альфа t косинус омега t dt. И теперь посмотрите, чтобы решить его, то есть смотрите, вот начало я прочеркнул, и вот у нас получился результат. Мы переносим, решаем уравнение относительно этого интеграла. Я переношу левую часть интеграла, вот у меня получается, и вынесу, посмотрите, я перенесу, у меня с плюсом будет. Вынесу интеграл, у меня получается интеграл е в степени альфа t косинус омега t dt, видите, вынесла. Но в скобках тогда получается умножить единица плюс будет омега квадрата на альфа квадрате. Это левая часть равняется, а правая часть у нас остается вот это выражение. Вот это уже упражнение у нас. Сюда. Это у нас получается. Так, равняется единица на альфа, е в степени альфа t, сколько? Косинус омега t, плюс омега на альфа, синус омега t. Ну и вот тут уже можно будет у нас, мы перенесли туда, да, сделать, здесь у нас правую часть плюс c включить, потому что у нас интеграл уже получится, плюс c константа. Окончательно смотрите, мы возьмем интеграл, вот это что у нас получается, интеграл е в степени альфа t, и теперь ссылка, просто в рамоске решается, дважды интегрирование, в виде уравнения решается, находится сам интеграл. То есть выравняется. Ну что надо сделать? Смотрите. Вот на этот коэффициент поделить вот это все выражение. Вот. Если его преобразовать, смотрите. Альфа квадрат знаменатель, то это будет альфа квадрат плюс омега в квадрате. У нас знаете, что получится? Альфа квадрат у нас пойдет в числитель, а знаменатель у нас будет альфа квадрат плюс омега в квадрат. Еще раз смотрите, я привела подобное и поделила. У меня альфа квадрат плюс омега квадрат знаменатель, будет альфа квадрат сюда, чтобы трехэтажнее не получала дробь. Вот так прям формально можете поделить на этот коэффициент. Работаю дальше. Так, а здесь у нас получается с вами, мы запишем, единица на альфа в степени альфа t. Получается косинус омега t плюс омега на альфа синус омега t плюс c. Вот, ну знаете, c умножить на это выражение, это что же будет у нас константы, числа конкретные? Все равно будет c, что потом метод. Все. Это у нас, смотрите, сам интеграл получился. Но у нас, смотрите, u на это вот u. Может быть на e в степени на e нулевое, деленное на e. Поэтому то, что нас интересует, u будет иметь вид. Вот оно здесь записано, так конечно, тут я убираю вычисления. И у нас с вами получается. Итак, посмотрите, у нас получается с вами, что u в нашем случае равняется. Делим на e и умножаем вот на этот интеграл. Но здесь смотрите, что можно сделать. Здесь можно
сразу попреобразовать. Ну, посмотрите, значит, перемножить альфа у нас сократится, у нас получится с вами. Умножить альфа, здесь будет альфа в квадрате плюс омега в квадрате. Так, это у нас здесь будет. И пошли у нас, это мы коэффициент умножили, да? И будет на е в степени альфа в квадрате. Косинус омега t плюс омега альфа синус омега t. Так, это, смотрите, мы перемножили вот эту первую часть. Так, плюс c. Смотрите, мне предлагали, если c умножить на постоянную величину, то также c будет. Но можно с теми же взять атрибутами ее. Вот. Давайте плюс c возьмем здесь и все. Плюс c, то есть c, ну, больше сделать ее c умноженное на константу, будет даже c. Теперь посмотрите, что у нас получается. Мы можем сделать ряд преобразований, но чтобы нам, смотрите, от c избавиться, то есть от неопределенности, конкретно найти закон для данной цепи, мы можем начальные условия использовать, что при t равно нулю, ток равен нулю. Да, но мы еще ток не нашли, вот пришли, и у нас будет равняться u умножить на v. Смотрите, вот очень нашли. У v у нас есть, смотрите, e минус альфа t. Пишем e минус альфа t умножаем на u. А и у нас вот это получается. И получаем мы e минус альфа t умножить на альфа. Здесь у нас альфа в квадрате, плюс омега в квадрате, да? E в степени альфа t. Так, и умножаем, у нас здесь идет косинус омега t плюс омега на альфа синус омега t. У нас есть красивые гармоники играют, да? И плюс c. Дальше, конечно, можно с вами находить. Итак, вот все, у нас u я выбиваю здесь. Смотрите, при t равном нулю, у нас получится, ток будет равен нулю. Но при t можно еще раз здесь скобки. Смотрите, e минус альфа t плюс альфа t будет e в нулевой степени, это единица будет. А то проще будет выражение. Давайте так и запишем. E равняется. Раскроем скобки. У нас получается e нулевое на e. А здесь у нас, смотрите, получается e в нулевой степени, это единица, косинус омега t плюс омега на альфа синус омега t. Так у нас будет. И плюс c на e в степени минус альфа t. В принципе, с этого момента можно, конечно, частное c найти. А можно проанализировать, потому что c это константа какая-то. Смотрите, при t стремящемся альфа у нас больше нуля будет, а при t стремящемся к бесконечности вот величина к нулю будет стремиться. И фактически это слагаемое к нулю будет стремиться на бесконечности. То есть можно упростить сразу выражение. Но чтобы корректно было, можно и найти c, это начальное условие. Давайте найдем. Смотрите, при t мы используем ток равен нулю, при t равно нулю. Ставим 0, равняется. Так, смотрите, косинус нуля это единица будет, синус нуля это будет 0 либо не будет. И получаем e нулевое альфа на l. А здесь будет что у нас? Плюс c. Плюс c. Так, а у нас, смотрите, c у нас, ну правильно, так как мы все c взяли, мы же c отсюда, все c брали, у нас вот это все, по, все в c вошло, константы. В результате, смотрите, c у нас получится равно минус, значит, e нулевое на l на альфа. И тогда, если мы c сюда подставим выражение, то у нас уже конкретное число получится. Но
результате того, посмотрите, у нас вот так же отвечаем, в результате того, что у нас при Т, стремящемся к бесконечности, вот смотрите, Т стремится к бесконечности, так, альфа у нас больше нуля, потому что альфа это есть, вот смотрите, R деленное на L, сопротивление деленное на инверсию. У нас получается, что эта величина E в степени минус альфа Т будет стремиться к нулю, потому что единица на бесконечности это ноль. То есть вот этим слагаемым с найденной С можно пренебречь. И поэтому окончательно, посмотрите, записать эту величину, что у нас получается. Так, знаете что, что вы все научите? Вот у меня коэффициент, я знаю, что мой коэффициент пропал. У нас, смотрите, E нулевое на L, альфа, а еще вот это есть, это получено E нулевое, вот коэффициент альфа, да, плюс омега в квадрате. Но куда оно не делось? Никуда оно не делось, но оно не записалось. Смотрите, альфа в квадрате плюс омега в квадрате. Вот здесь идет. И тогда С получается альфа в квадрате плюс омега в квадрате. И тогда С будет E нулевое на L, альфа, и придет как раз это. И придет как раз это. Альфа квадрат плюс омега квадрат. Вполне возможно, что E нулевое на L может тоже уйти. Вот если это уже константно уйти. И тогда у нас приблизительно получается. Сейчас мы перейдем к непосредственному еще небольшое преобразование и получим красивый вопрос. Смотрите, и получается, приблизительно, давайте я запишу. У нас получается, вот так я запишу, E нулевое на L. А теперь смотрите, я расставлю вот это альфа плюс омега в квадрате, вот так корень квадратный сделаю. Альфа в квадрате плюс омега в квадрате немножко преобразую. И здесь альфа на корень разделю. Вот так. Альфа разделить на корень. Альфа в квадрате плюс омега в квадрате. Вот так это будет. На косинус омега t. Плюс. А здесь смотрите, то же самое преобразую. Значит, корень оставлю здесь у нас, E нулевое на L, корень остается. Тогда здесь на альфа умножится, получится омега, смотрите, да? Вот тут у нас будет омега. Так, здесь будет омега, деленная. Смотрите, альфа у нас сократятся. Омега на корень, а корень 1 я здесь оставляю, на корень квадратный будет. Вы сейчас увидите, что это преобразование. Плюс омега в квадрате на синус омега t. Так, цена скажет, что это стремится к нулю, поэтому мы не стали расписывать здесь все. А теперь посмотрите, здесь, чтобы свернуть более красиво, получить выражение, применим на B. У нас рисунок есть, и на B было так. В B у нас была связь показана. Посмотрите, я напомню рисуночек вам с начальной фазы. Рисунок B у нас. Здесь у него фи, здесь омега, альфа, n, а здесь корень квадратный. Вот где квадратный. А теперь смотрите, что у нас получается. Альфа разделить на корень квадратный. Это есть не что иное, как что у нас? Отношение противолежащего к этому гипотенузе. Это есть синус угла. Вот. То есть мы можем записать, посмотрите, вот это равняется. Сейчас мы это сделаем. Очень красивое выражение. Теперь корень остается. А здесь получается синус фи умножить на косинус омега t. Плюс, а теперь посмотрите, омега разделить на корень квадратный, это и что такое? Прилежащий катетер гипотенуз, это есть косинус, получается косинус фи на синус омега t. Получается. А это, узнаете формулу? Синус на косинус плюс косинус на синус. Это что у нас есть? Синус суммы двух углов, да, у нас получается равно E нулевое на L,
перенесем. Помножаем по самому в квадрате. Так, а здесь получается, смотрите, формула. Синус. Я так запишу. Омега Т плюс Фи. Смотрите внимательно. И если мы запишем, что альфа у нас есть r разделить на l, и внесем сюда под корень эту l, значит, сам цвет у нас получится с вами. Так, у нас с вами получится. Смотрите, будет две другое. И еще раз, смотрите, вместо альфа я подставлю только r в квадрате на l в квадрате. Вот так внесу. У меня получается корень квадратный r в квадрате плюс l умножить на l в квадрате плюс синус омега t плюс фи. Вот, и окончательно мы не сейчас уберем бумажечку, закон как раз таки изменения. Можно так уже писать и тут маленькая, тут которая и меняется пол. Но это самый последний уже момент, если вы не справляетесь. Потому что природа настолько обусловлена, как замкнутая цепь. И еще, если у нас, смотрите, последовательное соединение, я напомню, как новогодние лампочки, они соединяются последовательно. Если одна лампочка выйдет из строя, вы знаете, все, гирлянда не горит, надо найти вот это, где разрыв, и соединить. Но если у вас будет параллельное соединение, то есть вот эта цепочка будет соединяться, у вас, вот смотрите, то у вас вот, допустим, мы нарисовали, допустим, цепочку, вот она последовательная, да? У вас одна выходит из строя, льется вся цепь, как она длинная не была. А если у вас идет параллельное соединение, то есть вот они идут у вас, вот так у нас идет, так, так идет, так,
соберется, да. И смотрите, у вас идет, вот она идет в параллели цепь, то есть она у вас и дальше может быть. Когда у вас в параллели, то из строя выходит, допустим, одна, остальные должны быть замкнутые. Вот они идут. Смотрите, если у вас выходит одна, то да, они вас не могут, но у вас вокруг, у вас вся цепь остальная горит. То есть вам просто, если вы хотите там поярче или что-то, вы уже все. Но фактически у вас нет, у вас надо много перегореть, чтобы у вас все погасло, нет. Поэтому посмотрите, когда вы что-то делаете, с приборами работаете, что-то еще у вас работает, вы смотрите, какие цепи соединятся. Потому что последовательно, это вы сразу будет разбито все это. А в параллельно цепи, это очень даже, ну, хорошо работает. Вот. И когда вы начинаете, понимаете, чем прекрасно вот, математический метод, дифференциальный уравнение, что они любой процесс жизненный, и все приборы, вот видите, медицинские, когда у вас кто-то, программы сердца, остальное, они все работают на гармониках. То есть это все как раз динамику описывает движение. Ничто иное, как дифференциальное уравнение. Это очень важный материал. С одной стороны, казалось, это абстракция, где она в жизни вообще применяется. А с другой стороны, она описывает фактически все процессы, которые вы можете даже себе представить, и можете даже какой-то представить, вы знаете. Вот. Но если вы это в части понимаете, это вы знаете, то очень хорошо можете, знаете, управлять собой, своим организмом, и самое главное — создавать. Создавать не просто изменять окружение, себя создавать, что вы хотите, то есть менять все. Форму, содержание, все что угодно. Вот. Только это нужно действительно вот, знание. И я еще раз призываю, что вот, математическая как раз-таки подготовка, она позволяет это сделать. Это мы с вами рассмотрели. Смотрите, физическая у меня задача, она идет там, значит, электрического плана, но везде, и в сети, и работает как раз у нас такие перемены. То, что у нас работает. У вас, естественно, будет уравнение. Также вам нужно будет определить тип уравнения среди множества уравнений, линейные узнать и уметь решать их. Причем он так хитро подзадал уравнение, например, в таком варианте. Это я убираю с вашего позволения. Вот. Задача, несмотря на громоздкость, просто она для когда увидела, вас привела, вас получилось очень краткое, красивое выражение, все понятно. Вот. Управляешь своими линиями, все получается. Посмотрите, есть уравнения, которые вы сразу скажете, что линейные. А есть уравнения, посмотрел, вот я одно увидела, не сказать, знаете, какой тип уравнения x плюс y умножить на y' меняется на x плюс в квадрате. Вот, я смотрю на это уравнение, какого типа оно. Так не скажешь, но если знать связь между функцией, производными и взаимообратными. Смотрите, если y' рассмотреть как обратную функцию, единица на x', а это можно показать, что это так. Смотрите, покажем, у нас y' x равняется, единица, разделить, а здесь получается dx по dy, да? Производная. Смотрите, вот я подставила. Если вы действительно dy dx, это будет одно и то же. Поэтому, если смотреть y' рассмотреть вот таким образом, то у нас с вами будет, что получится x плюс y умножить единицу на x' равняется x в квадрате. И если мы, посмотрите, умножим на x' все, у нас смотрите, что получается. Так, x' умножить на x в квадрате равняется x плюс y. Получится линейное уравнение только относительно x. Это что получается? Вот давайте x квадрат. Я напишу x'. Смотрите, минус x равняется y. То есть только рассматриваю линейное относительно y, а это получилось линейное относительно x. И если мы на x квадрат поделим, у нас с вами получится x' минус. Так, здесь x. Получается x' минус единица x равняется
получилось с вами? Вы знаете что? У нас получилось с вами...